Что это было-то? Говорят, чиновников пересаживают на общественный транспорт. Ну все. И здесь бардак. Не проедем. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Скорую вызывали? Да, проходите. Ага. Спасибо. Куда? В комнату. Туда, да? Ага. Здравствуйте. А что, собственно, здесь, я извиняюсь за выражение, происходит? Я вот 10 лет не пил и развязать решился. Я поздравляю, а мы-то тут... При чем? Да хрен его знает, что сейчас будет. Пати-пати-пату. О, Миша, принесите мне кофе и печенье. Света, а вы не обнаглели? Вообще-то я ваш начальник, а вы моя секретарша. Вообще-то я вчера сделала тест на беременность. Так что принесите мне кофе и печенье. Не-не-не-не-не, Федя, даже не смотри. Пиво мы брать не будем. Ты так его хлещешь постоянно. Что? Галя, сегодня акция. За две бутылки пива сковородка в подарок. Да ладно. Да. Слушай, так надо взять тогда. Подожди. Я прошу. А где ты увидел? Какая тут акция? Нет никакой акции. Но акция-то не от магазина. От кого? От меня. Пошли сковородку искать. Ой, господи. Ну и за что вы его убили? Тихо ты. Вот за это и убил. Очень громко разговаривал. Все рыба меня распугал. Понятно. Убили его. Вот этим ножом. Ты что, смеешь, что ли? Вот этим маленьким я убил вот таким ножом. Вы убили его вот этим маленьким ножом. Я тебе говорю, клянусь, я убил вот таким ножом. Ну, рыбаки, ну, народ, сочиняйте. Хорошо, я пишу. Вы убили его полуметровым ножом. Да нет, я убил вот таким ножом, больше. Метровым ножом. Вот это годится, пиши. Фу. Кто последний к хирургу? Ой, ну вообще-то я. Ну, раз такое дело, проходите вы. Да нет, нет, ничего, ну с каждым может случиться. Ну что, мы не люди, что ли? Ну, давайте пропустим его. Проходите, проходите, у вас такое дело. Давайте, мама. Вот. Спасибо вам, люди добрые. А я уж думал, сегодня не мой день. Ну, во-первых, я проспал, а во-вторых... Последняя бахила мне досталась. Спасибо. Скажите мне, родные мои, в какую игру вы сегодня играете? А я вам отвечу. Да вот, вы играете не в хоккей, во что угодно. Бадминтон, там, теннис,
бильярд. Крайний случай, он хоккей на траве, но не хоккей на льду. А мне нужен хоккей на льду. Ты, а как вот эти вот можно играть в хоккей, а? Да, Федор Ильич, я вот этим пробовал забить, у меня не получается. Вы нам когда клюшки-то уж дадите? А клюшки, родные, заработать надо. Вот когда начнете играть в хоккей, тогда и клюшки я выдам. Ждали, ждали на второй период. Срались! Быстро! Быстро, сказал! Второй период, пошли! Нет. Я прошу вас, Наталья. Нет. Я прошу вас, Наталья. Нет. Право. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, право. Прошу вас, поедемте со мной. Ижевский, никуда я с вами не поеду. Вы пожалеете, Наталья. Будет весело, поедемте Поручик, со мной. Я прошу вас, даже не уговаривайте. Ну что, жаль, жаль, Натали, прощайте. Придется ехать одному. Шашлыками все торгует, а Вартаныч шашлыки все продает, а Вартаныч шашлыками все торгует, а Вартаныч шашлыки все продает. Друзья мои, коллеги, господа, вы знаете, я счастлив. Да, я счастлив, что благодаря вот этим нашим бардовским слетам я нашел свою вторую половину. Если бы не наши бардовские слеты, я бы просто... Да я... Я бы, наверное, никогда с ней не познакомился. Да, вы очень похожи. Да мы практически одно целое. Вы идеальная пара. В тебя, как в зеркало, смотрю, но отражение... Моя сумочка украл мерзавец. Моя сумочка, там же все, все. Все, женщина, берите. Вот ваша сумочка. Вы что? Вы что, решили мне ее вернуть? Конечно! Мне же нифига не найдешь. Я 2 часа кошелек пытался найти. Про телефон я уже вообще молчу. Ой, бабы. Спасибо. Хам. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы находимся на самом секретном предприятии России. Секретным, потому что, к сожалению, мы не знаем, что здесь производится, поскольку нам с нашим оператором Родион, да, с нашим оператором завязали глаза. И сейчас мы попробуем приоткрыть завесу тайны и выяснить, взяв интервью у директора этого предприятия Бориса Аркадьевича. Борис Аркадьевич, здравствуйте. Будьте добры, Борис Аркадьевич, приоткройте, пожалуйста, завесу тайны и поделитесь с нами, хотя бы намекните, что вы производите. Пожалуйста, расскажите, может быть, оружие? Если бы я знал, что мы здесь производим, если кто-нибудь вас видит, скажите, где мы и что здесь производится? В микрофон, Борис Аркадьевич. Да, я говорю. Кто? Любовник твой! Кто? Найду, убью! Убью сейчас! Если найду, убью! Убью сейчас! Федя! Где он? Найду, убью, 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 найду! Найду! Ну! Ладно, я сдаюсь! Выходи! Ну, я тогда пойду. Сережа! Ну, Федечка, ну не расстраивайся ты так, ну все ж по-честному.
Не нашел, не убил. Мишенька, будешь на завтра? Итак, у нас следующий вопрос. Кто у нас ответит? Карпович. Да. Вставай, что да. Скажи мне, как называется эта картина? «Черный квадрат». Автор Казимир Малевич. Неправильно, Карпович. Это «Три богатыря» Васнецова. Садись, два. И вот после этого ты мне будешь говорить, что я к тебе придираюсь. Терпеть не могу этих зубрин. Ну что, как вас? Сергей Иванович. Я вижу. Ну что, Сергей Иванович, я думаю, 2000 рублей за превышение скоростного режима — это очень веский аргумент. И вы теперь будете ездить гораздо внимательнее. А у вас мельче нет, а то у меня сдачи не будет. Мельче не держим. Начинается. Давай так. Сейчас проедешь под знак. Под кирпич? Да. И метров через 500, через две сплошные, два раза развернешься. И обратно ко мне. Ага. Я пока вот это вот нарушение и оформлю. Ну, чтобы без дачи было. Девушка, эту бутылочку вам передали молодые люди с того столика. Почему же мужики все такие тупые, а? Ну, хоть бы кто-нибудь бы догадался бы хоть каким-нибудь салатиком угостить. О! Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. За Сенечкой пришли? Да. Хорошо, сейчас. Сеня! Сенечка, иди, за тобой папа пришел. Это не мой папа. Это... Как не твой? Мой другой, мой не такой. Фу ты, я совсем забыл. Извините. Так, спокойно, боец. Сейчас исправим. А так? Папа, папа! Ну, такая жизнь. Всегда быть в маске, как говорится, судьба моя. И сказал отец Ивану-царевичу. Ну-ка, Иванушка, сын мой младший, любименький, теперь ты стреляй. И пустил Иван-царевич стрелу. И попала она. Директора театра. Надо лечить. Долго сказка сказывается, да быстро стрела летит. Не видать теперь Ивану-царевичу премии, как своих ушей. Плачет царь-батюшка. Плачет Иван-царевич, едет скорая помощь к Анатолию Евсеевичу. Тут и сказки конец. Ну, как тебе? Нет, ты посмотри, вот у этой Федорцовой грудная клетка широкая. Знаешь, грудь должна быть хорошая. Да? Она в третьей палате лежит. Пойдем познакомимся. Ты на таз ее посмотри, таз-то. О! Ну, тазобедренная кость, конечно, широковато. Жаль. Ну, что у нас, на Федорцовой свет клином, что ли, сошелся? Да нет, конечно, он. Какая усок есть у нас роскошная во второй палате. А кстати, где ее снимки-то?
Сейчас найдем. Давай-ка посмотрим. Сейчас обязательно. Ты че? Он сок-то, о? Да, подкачала Федорцова. Федорцова, да. Такие. О! Как вы сегодня хорошо варите. Быстро. Молодцы. Здрасте. Вас как зовут? Света. А я Галя. А у вас тоже муж запил, да? Не, мой на рыбалку поехал. Ну, хотя, в принципе, то же самое. А вы первый раз муж заменяете, да? Чуть я вас лично здесь не видела. Директор идет. Коля, Вася, ну вы сегодня молодцы. Как же вместе с премию там. Добрый день. Здравствуйте. Девушка, а будьте любезны, зовите мне, пожалуйста, 200 грамм. Сидит дед, вас то шуб одет, кто его раздевает, тот слезы поливает. Я говорю, зовите мне, пожалуйста, 200 грамм. Сидит дед, вас то шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. Это что, лук, что ли? Ага. А что, вот так вот... Просто спросить сложно? Ну, скажите, а вот без окон, без дверей полна горница людей свежей? Мужчина, а вы вот можете спрашивать нормально? Могу, но я просто очень загадки люблю. Ага. Вот, сидит девица в темнице, коса на улице. Сколько стоит? Загадки любите, значит, да? Значит так. Стоит мужик, у мужика бзик, на мужике пиджак. А сам полный? Помидоры, почем у вас? Все, я больше не могу. Что не могу? Лови, я сказала. 5 минут посидел, уже не могу. Давай, сейчас тебе пиво налью. Давай. На. На, пей. На, говорю, пей. Галь, я не хочу. Пей, я сказала! Пей, зараза! А после рыбалки в сауну поедешь, а потом футбол будешь смотреть. Я здесь делаю мужика, зараза. Не люблю я всего этого. Да не люблю я все этого! Обо мне ты подумал, паразит? Обо мне подумал? Я о чем с подругами говорить-то буду? Алло. Маринка, ай, привет. Мой? Ха, мой. На рыбалке мой. Где мой? Да? Представляешь, вот такой муженек мне достался. Нет же бы в выходной день с женой в театр сходить. Так нет, я поперся на рыбалку. Да. А твой? Ну, и твой. Милая моя, да все они такие, Марин. Все. Все на одно лицо, заразы. Ерундой заниматься. Держи, держи. Пока мне вытяжку не купим, будем вот так вот ерундой заниматься. Получается, что на Западном фронте, товарищ Куницын, положение весьма удовлетворительное. Личного характера. Слушаю, товарищ Сталин. Возьмите бюст и бедра товарища новой секретарши. И отправьте их в Магадан. А как же я, товарищ Сталин, ее расфасованную, ну, то есть, по частям-то отправлю? Да, как-то нелепо. Отправьте тогда полностью. Невозможно работать. Галина
Федоровна. Да? Мы изобрели новейшее противозачаточное средство. Ух ты! И хотели бы на вас его испытать. Ну, нет. Ну, я не знаю. Ну, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, голову как-то схватило, как-то давит. Ой, мамочки, как болит, 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 болит. Можете точнее описать действие препарата? Да какое точнее ваше действие? Отойдите вообще от меня, не трогайте меня, уйдите отсюда. Ну что ж, средство работает, будем внедрять. Добрый день, лейтенант Савельев. Выйдите, пожалуйста, из машины и откройте бумажник. Вы, наверное, хотели сказать багажник, ошиблись. Нет, я не ошибся. Вы откройте бумажник, чтобы я увидел, на что я могу рассчитывать. А там мы уж посмотрим, открывать багажник или аптечкой обойдемся. Ну, блин, вообще уже. На. Благодарю. Я сейчас. Куда ты? О, Серега! Чё ты не уходишь? Мы же тебя ждем. Да жена, зараза, меня заперла. А что же делать? Мы же уже взяли. Ой, красивая. Есть у меня одна идейка. Давай, разливай, я сейчас. Слушай, он там не один. У меня там идейка. Включи. Давай, мой стопарь. Подожди. Пешка нужна. Миловный блок. Лежи, Паганини. Давай, подожди. Начинай. Еще. Молодец, подожди. Не уходи, я тебе дам. На, занюхай. Ой, хорошо, мужики. Прорвемся, мужики. Прорвемся, наливай. Что ты стоишь ее? Аталанта сестра, называется Кра. Так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров.